Здорово, подписата. Сегодня на пожрать с утреца. В Волгограде 9 утра. Алкостремизация. После алкостремизации у нас надо жиденького желудок. Пельмешка с бульончиком, сосисончики. Ну и будут еще пирожочек. Вот такой вот. Из пятерочки люблю. Периодически хаваю. Не знаю почему, но почему-то он мне, блядь, нравится. Ой, блядь, еще и развалился. Из слоеного, по-моему, теста он. С картошкой. Да. Угу. Забыл, надо же нарезочку, да? Угу. Так, а надо будет еще имам БЛД у нас же. Мы же вообще хотели имам БЛД. Давайте. Как это все неудобно. Давайте, наверное, с пирожком, да? Вот так вот пирожочек сделаем. С картошечкой пирожочек. И мы сюда потом во время нарезки положим. Это будет лучшая нарезка. Это лучшая будет нарезка. В общем, погнали нарезать. С нами пельмешки. Ням-ням. Пирожочек с картошкой. Налаживаем туда имам БЛД. Дальше. Сосисочка. Хватит. Нарезки. Весь микрофон вылам БЛД. Называется «Выебнулся», блядь. Ну, короче, вкусная картошка. Пирожок. Сейчас имам БЛД с микрофоном убил. Имам БЛД всегда вкусная, она топчик. Насколько я знаю, это вроде армянская закуска. Для меня больше... Кто не ел в покупочке, поешьте. Пирожок с картошкой. Прикольно. Неправильно записал нарезку. Переделать. Лук не участвовал в ней. Обязательно лук. На ТикТоке все жрут лук. Угу. Сейчас сделаем. С луком. Нахуй ты имам БЛД. Короче, просто ложку имам БЛД съедим. С нами пельмешки. Ням-ням. Лучок. Сосисочка. Имам БЛД. Ням-ням. Вот теперь хорошая нарезка. А то меня на ТикТоке не поймут просто. Не даже когда я там торт ем. Ой, не торт, а это. Пироженки я там ел вчера. Или позавчера. Они пишут, а где лучок? Ну, понятно, такой юморок. Короче, ждут лучок всегда. Также у нас чесночок от мамы Александра, товарища. О, не допил, да?
солдата срубило после трех баклах. Две баклахи стременного, он стоит, одна непочатая. В наличии было четыре баклахи. Три баклахи стременного. Где мазик? Вы меня заболтали без мазика. Вот так вот берем мазик. Вот так вот. Опачки. Мазик. Туда мы берем. Хотел горчицы. А, нахуй. Про что я говорил? А, 4 баклахи было по полтора. Четыре баклахи по полтора. Выпито 3. Я больше чем уверен, если бы было бы третий баклах, а не вот это. Не стременное, ой, вернее, не то, дуб и обруч. Дуб и обруч — это то же самое, что варим сусло, один тот же завод, трехсосинский. Сосисочка. Блин, имам Белды забыл, ну что это такое? Имам Белды. Короче, я больше чем уверен, если бы... Короче, не важно. Вот те имам Белды. А, так я к чему вспомнил? Короче, если бы было пиво одной марки, меня бы не срубило после третьего. Вот так вот. Срубило третье баклаха. Ну, ништяк, что срубило. По крайней мере, я не наелся ничего. Ну, я имею в виду закуп пирожков там. Сосисок. Потому что я замечал, если я просто отключаюсь, у меня лучше состояние, чем я пожрал еще во время пойла. Но это не считается, я же, конечно, жрал там и косичку, и чипсы. Но это другая еда. Мам, был, да иди сюда. Топчик. Не реклама. Топчик. Пивовар, не реклама. У меня, короче, желудок урчит. Принимать пищу. Ну все, ребят, я похавал.
покинул.